Температура следующей недели ноября не превысит 5 градусов. Можно сказать, что в Тверь не быстро идет похолодание. В такую погоду необходимо более тщательно заботиться о здоровье и укреплять иммунитет. Особенно это касается питания. Для тверских гурманов в областном центре начала работа выставка-ярмарка морских деликатесов с Камчатки. Свыше 30 видов не только полезной, но и вкусной рыбной продукции. Новый лов из Камчатки – рыба благородных пород на любой вкус и свежая красная икра для гурманов. Выставка-ярмарка рыбной продукции в первый же день привлекла сотни тверичан. Для любителей деликатесов представлено более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести белорыбицу, нерку, омуля, окуня, белугу, мускуна и многое другое. Очень хороший, даже некоторых названий рыб даже не слыхала, честно. Первый раз. А что взяли? Взяла зубатку, взяла клыкач, вот взяла, белорыбицу взяла. Очень вкусная. Вкусная? Да, очень. Похоже на что-то? Да. Как на масло. Масло. Ага. Тает? Тает во рту. Очень вкусный, конечно. Хвалю. Да, нравится? Хвалю, да, нравится. Ага, очень вкусное все. Все вот хвалят чевычу-то. Она действительно ценная рыба. Коронный продукт среди камчатского улова, конечно же, чевыча. Ее называют княжеским или королевским лососем. По вкусу она близка к семге, но при этом не настолько жирная и калорийная, что позволяет его использовать для диетического и щадящего питания. В мясе и икре содержится множество элементов, полезных для сердца, суставов, зрения, мышц, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Это царица лососевых, в народе называют. Это дикая рыба, невыращенная, дальневосточная, камчатская. Очень вкусная. Вот есть копченое филе без костей, есть слабосоленое. Также есть балык. Также есть чавыча горячего копчения, филе без костей. Очень вкусная, нежная рыбка. Не менее ценной, чем мясо, считается красная икра чавыча. Гурманы ценят ее за большой размер икринок. Они могут достигать в диаметре 6 мм. Вкусное и полезное лакомство также можно приобрести на выставке «Икра и рыба Камчатки». Все товары высокого качества. У тверичан осталось не так уж много времени, чтобы ознакомиться с ассортиментом выставки. Она будет работать до 20 ноября включительно в торговом центре «Олимп» на втором этаже.